по дорогам вселенной. Очень это хорошо, вот что мне запомнилось. Я слушал аудиокнигу «Чингисхан» Василия Яна. И там говорится, что... Вообще в очередной раз я как-то... Очередная моя симпатия к исламу. Хотя, в общем, там, я не знаю, кстати, ислам там или нет у Чингисхана. Надо вообще уточнить. Блин. Ну, короче, там было важно что. Вот там было такое выражение «по дорогам вселенной». Очень странное выражение. Для тех времен особенно. О какой вселенной? То есть речь идет именно только о вселенной земного шара, но само вот это по дорогам вселенной. Понимаете? Сейчас я могу что сказать? Сейчас я бы хотел сказать, что я бы хотел вот исключительно на своей ракете, вот на своем Hyundai всегда по дорогам вселенной ездить, чтобы вот этот звук двигателя, вот этот звук колес, вот эта панель приборов, этот руль, который я держу уже больше 100 тысяч километров, который держал только я, в общем-то. Но на этой машине я уже говорю, что ездил мой папа два раза, наверное, туда и обратно на дачу в 15-м году, когда мы уехали на Сан-Йонге, на Ельчик. И все. В общем-то, тут был только я или благословенные люди за этим рулем. Ну, секунда только в этом самом, в автосалоне, все. Вот мне нравится тут, блин, я бы тут, конечно, встал, не знаю, как тут встать. Только тут меня товарищ сзади пропускает. Хорошо. Вот тут я бы встал.